Я раньше играл на саксофоне. Это было около 3-4 лет, и это было до того момента, как мы начали играть с инструментальной группой. И у нас были некоторые маленькие туры по Калифорнии. И это было такое, знаете, вступление в, на высокий уровень музыкального развития. Мы путешествовали по миру, и это было очень здорово. И играя с этой группой, мы придумали Браззавилл. И когда мы перестали играть с ними, я начал полностью играть в Браззавилле. Да, я помню это хорошо, это было в 2003 году, я думаю, в ноябре. Мы играли в месте, которое называлось Red Club, и жили мы недалеко от Московского вокзала. Дэвид, как вам кажется, почему в России так любят вашу группу? Я не уверен, но меня радует, что это так. Это абсолютно так. Скажите, что для вас, как для музыканта и как для путешественника, Россия? Я был здесь много раз, и я помню свой первый приезд в Россию. Россия была очень странной для меня, и мне нужно было какое-то время, чтобы привыкнуть. Люди очень разные, и все для меня было очень непривычным. Какая вам страна ближе всего? Вы сейчас, я знаю, живете в Барселоне. Знаете, я вот иногда чувствую, что я не принадлежу до конца какому-то месту, где я нахожусь. И именно поэтому я думаю, что я люблю путешествовать. Я очень люблю Барселону, и мне очень нравится там. Я чувствую себя там как дома, но я не чувствую себя испанцем или каталонцем. Я чувствую себя американцем, который живет в Барселоне. И даже в Лос-Анджелесе, вы знаете, я, наверное, не до конца чувствую себя как дома. Хотя это мой город. I grew up in a little trailer on the edge of town. My daddy used to beat me up, he used to beat me down. And one thing that I learned when I was barely 17. How to kill a full-grown man when he was fast asleep. 'Cause I want a dad like Jesse James. Она называлась Шамс. Это был поэт, суфийский поэт, его звали Руми. И его хороший друг, или учитель, или, я не знаю, как вы называете это по-русски, его звали Шамс оф Табриз. И я читал очень много этой суфийской поэзии, когда я писал эту песню. На самом деле, это была песня о молодом моряке, который пересекал море, и он влюбился в морскую богиню, которая жила в море, и он прыгнул в море для того, чтобы быть с ней.
У вас очень солнечная, яркая музыка, а сам Дэвид Браун, он такой же солнечный и жизнерадостный, или бывает поводы иногда погрустить? Да, конечно, я думаю, что все люди иногда бывают в плохом настроении, и я не исключение. Но я думаю, что в общем я достаточно счастливый человек и достаточно оптимистичный, и я чувствую себя очень удачливым, потому что у меня есть удача, я встречал много замечательных людей, я люблю путешествовать. У меня есть прекрасная семья, и я очень счастливый, и меня делает это еще более счастливым. Но, конечно же, бывают дни, когда все выглядит сплошным дерьмом, и это нормально ощущать это. Я могу быть очень эмоциональным, как будто бы ребенок. И какие-то глупые маленькие вещи очень часто раздражают меня. Дэвид, мне кажется, что вы знаете, как никто другой, что такое настоящая свобода. Как вам кажется, где вот вы были и где видели самых свободных людей? Это очень интересный вопрос. Вы знаете, я думаю, что вы можете встретить их где угодно. Нету какой-то особенной страны, где люди самые свободные. Например, в Бразилии люди очень открытые и свободные. Но я думаю, что в любой культуре вы сможете встретить людей, которые будут свободны. My favorite Brazilian singer. Yes, please. Jorge Ben, if I can. It's hard with music playing. Deixando meu coração tristonho, enciumado, morrendo de amor. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu sorri dizendo.